Значит, мы являемся добровольческим отрядом Российской Федерации, призванным, получается, оказать помощь действиям на территории Луганской Национальной Республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской Национальной Республики, Народной Милиции в том числе. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации, какой-либо помощи от руководства нет, люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних ее отдалениях, скажем так, в том числе на Дальнем Востоке, Архангельской области, да. Курилы там, или что у нас, Владивосток, Камчатка, Сахалин, Мурманск, да, Архангельск. С разных сторон, в общем, скажем так, отправляли людей просто на убой, как будто...